3 главе, стихах 10 и 11 послания к евреям, приводятся слова Бога. «Посему я вознегодовал на оный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Далее автор послания предупреждает людей всех возрастов с того времени и по сегодняшний день, говоря, «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Полной неожиданностью является для нас новость о том, что мы можем заблудиться в результате неверующего сердца. Мы можем признавать, что человек может заблудиться или потеряться наподобие того, как об этом говорится в притчах о невинной овце или закатившейся в щель дивана монете. Но для каждого из этих сценариев мы находим умное оправдание и упорно стараемся откреститься от своего неверия.